огненная плазма, высокие температуры стали основой для создания принципиально новых технологий. Работает плазматрон, установка, созданная в Институте металлургии имени Байкова Академии наук СССР. Температура плазмы почти вдвое выше, чем на поверхности Солнца. Она позволяет получать порошки тугоплавких металлов, причем необычные, со сферической формой частиц, имеющие исключительно важное значение для изготовления сверхпрочных деталей. Плазматрон обладает и другой уникальной способностью – улучшать свойства специальных сплавов. Вы видите, как установку готовят к работе. Этот электрод будет плавиться в плазменной среде – смеси аргона и азота. В печи при температурах в 10-15 тысяч градусов насыщенный азотом металл приобретет новые физико-химические свойства, станет вдвое прочнее, чем при плавке обычным методом. Это одна из тех разработок, которые предусмотрены основными направлениями экономического и социального развития СССР – использовать плазменные методы обработки металлов с целью существенного улучшения их свойств. Наконец, плазма успешно режет те материалы, которые не поддаются традиционным способам резки. Машина с плазменной горелкой оснащена фотокопировальным устройством и действует в автоматическом режиме. Новые научные разработки успешно внедряются в производство.